Возникновение этой удивительной деревни было бы невозможно без любви. Кустурица выстроил ее для людей, чтобы дать новую жизнь традиционным деревянным домишкам. Построил здесь также маленькую деревянную церковь, конечно же, в честь святого Саввы. Когда я построил две церкви, я думал, что этим актом построения я показал, что мое глубокое человеческое чувство. Вы молодец. Это так здорово построить церковь.